соперница была повыше нее, но Таисия сумела противопоставить их. Хороший, техничный, толковый бокс. Смотрим, как будет сегодня. Софья Ким на год старше, ей уже 13 лет. Она также, как и заумянная, два года занимается боксом. Но уже у нее первый юношеский разряд. У заумянной пока разрядов нет. Но вот, видимо, после этого чемпионата, поскольку она в финале, ей какая-то категория уже будет присвоена обязательно. Вот вы видите, Ким работает, как и положено, боксеру, который выше, с длинными руками, она тянет на себя соперницу. Все время работает левой рукой, джебом. Ну, а заумянная должна подходить. Красному клубу к продолжению боя готовится Софья Ким. Софья занимается боксом 2 года. За время занятий провела 10 боев, 9 из них одержала победу. Тренируется под руководством Фролова и Лункина. Софья Ким, красный клуб. Смотрим второй раунд. Хорошо, с уклоном пробила левую боковую сейчас заумённая. И снова ей удалось сблизиться. И снова левая рука, простите, у нее в действии. И снова она достала левым боковым. И продолжает идти вперед. Ну, во втором раунде ей удается гораздо больше, чем в первые полторы минуты боя. Что противопоставит Ким? Здесь нужна очень четкая, хорошая работа ног. Секунды не стоят на месте. Вот сейчас Ким сделала все правильно. Развернулась, ушла вправо от себя и атаковала. И вот снова Ким удачнее действует в контратаке. Вернее, просто идет навстречу. И сейчас не осталось у канатов, развернулось. Все правильно делает. Заумённая опять проблема. Вот буквально бросилась в финальном раунде на соперницу Таисия. Если в предыдущем раунде вот это начало было в ее пользу, то сейчас нет. Сейчас Софья Ким все это уже предвидела. И вы видите, снова она отошла на дистанцию и вот так встречает. Выбросила прямой. Пропустила боковой. Подгоняют заумённую. С характером девчонка, молодец. Ну, вовремя уходит сейчас Ким.
Очень интересный поединок получился. Разнохарактерные, разноплановые бойцы. Ну, посмотрите, концовочку заумённая пытается вырвать. И все. Поддержки.